вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. Сегодня я вам покажу, как сделать прыжок в себя. Как только я выложила этот клип, все у меня спрашивали, как ты это сделала? И вот сейчас я стою и рассказываю вам. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на мой канал в YouTube и на мой канал в лайки. А если ты еще не видел, как выглядит прыжок в себя, то посмотри его прямо сейчас. Ladies and gentlemen. Первый монтажный шаг – это нужно зайти в галерею, открыть видео, которое мы только что сняли в лайк, и сделать скриншот там, где мы зависнули. У меня это 3 точки. А еще я запомнила время в те моменты, когда я делала скриншот. Это вам понадобится, чтобы правильно попасть в картинку. Дальше нам нужно зайти в программу PiSCard, нажимаем плюсик и выбираем наш скриншот, который мы сделали первым. Вот он у меня. Теперь в нижней панели выбираем функцию инструменты, ищем значок ножницы и нажимаем на него. Внизу под фотографией у нас 2 значка. Силуэт человечка и свободная форма выделения. Я нажимаю на первый значок, и наша фотография выделяется красным цветом. После этого под фото появляются значки, кисточка и стирачка. Подкорректируем наше фото, где я не закрасилась. Мы закрасим, нажимая на кисточку, а где закрасилось лишнее, мы стираем. Вот так.
верхнем углу нажимаем «Сохранить». Дальше также в правом углу нажимаем на следующее и внизу нажимаем «Сохранить изображение на устройство». Проделываем все то же самое с остальными скриншотами. Далее мы открываем CalMaster, новый проект, нажимаем на плюсик. Я выбираю размер вертикальный 9×16, потом на кнопку «Медиа», вкладка «Видео», «All» и выбираем то видео, которое мы только что сняли. Вот оно у нас. Нажимаем на него, и оно добавляется. Теперь нам нужно найти те моменты, где мы зависнули, и разрезать видео. Выбираем ножнички и разрезаем. Здесь. Нажимаем на Layer, вкладка «Фото», «All» и выбираем тот скриншот, который мы сделали первый. Наш слой нужно перенести в самое начало, а заканчиваться он должен вот здесь. Выбираем второй скриншот и подставляем под видео. И с каждым слоем проделываем все то же самое. Круто! Давайте посмотрим, что у нас получается. Сохраняем наше видео. Нажимаем стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. И еще раз стрелочку в верхнем правом углу. Сохраняем наше видео в галерею. Ladies and gentlemen. Добавляем любимые фильтры и пишем хэштеги. На этом наш видеоурок закончился. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.